Частное акционерное общество «Электромотор» презентует усовершенствованную конструкцию томатного пресса ТШМ-2М, которая дополнена функцией мясорубки. ТШМ-2М незаменим в домашнем хозяйстве. Данная модель предназначена для получения сока из фруктов и овощей, переработки мяса, рыбы и овощей на фарш. Мясорубка оснащена одним односторонним ножом и сеткой, которые прошли термообработку. Для перевода томатного пресса в режим мясорубки необходимо открутить зажимную гайку, снять узел, предназначенный для выдавливания сока, установить комплектующие для приготовления фарша, шнек, нож, сетку, переходник, в последовательности, указанной в паспорте, затянуть зажимную гайку до упора и проверить свободное вращение шнека путем включения пресса. Если шнек не вращается, отпустить гайку, только при выключенном прессе, до начала свободного вращения шнека. Это дает возможность отрегулировать минимальный зазор между режущим ножом и сеткой. Изделие готово к работе. Продукт, перерабатываемый на фарш, предварительно необходимо измельчить на куски 3 на 3 сантиметра, затем порционно подавать в загрузочную горловину. Скорость подачи продукта зависит от его жесткости. Томатный пресс ТШМ-2М оснащен кнопкой «Реверс», с помощью которой перерабатываемый продукт можно вернуть в загрузочную горловину для удаления из пресса или повторной переработки. Модернизированный томатный пресс ТШМ-2М состоит из однофазного привода, механизма для получения фарша, который состоит из шнека, ножа, сетки, переходника, механизма для получения сока из фруктов и овощей. В комплекте имеется лоток, загрузочный бункер, толкатель. Производительность. Виноград. От 60 до 150 кг в час. Томаты. От 60 до 120 кг в час. Мясо. До 60 кг в час. Томатный пресс ТШМ-2М сэкономит ваше время.